Ир, доброе утро. Доброе утро. Оно доброе? Оно отлично сегодня. Ирина, доброе утро. Что вы готовите на завтрак? Тут хлеб режь. Нет, уже здесь не только хлеб. Здесь все разносолы вместе взятые. Ну что, возвращаемся сегодня на родину. На какой из? Зовет нас. Я думала в Россию или в Казахстан. Нет, у нас одна родина. Франция. Но еще вчера мы были канадцами. Не все же. Многие в душе оставались россиянами. Я уж не говорю про казахов. Так что на родину. Как там? Заработали насосы? Это стихи. Заработали насосы, забегали матросы. Значит, в воздухе пахнет родиной. Скоро они увидят своих возлюбленных, жен, невест. Некоторые даже детей. Да, возможно. Но еще есть время. Точка возврата на данный момент практически пройдена. Пора домой. Два чая на палубу. Попробуй, Серёжа. Yes, sir. Это капитан. Улыбается. Молодец. Это шкипер тоже улыбается. Шкипер 2. Взгляд задумчивый, голодный. Вот и корреспондент. Команда готовится к входу в территориальные воды Франции. Вперед идет яхта. Из сурового похода британских водов. Поднимается флаг Российской Федерации и сопредельных с ней государств и представители дружественных народов, обнявшись, поют гимны своих республик. Bye.
Ну вот так примерно. Тундре. А ну да. Просьба фильтровать базар. Идет видеосъемка. Вернее, столько мест, где надо побывать. Да? В Хересе я тоже был. 6-7 чуть не нравится. Что, это поливать? Да. Можно стеклянное? Стеклянное. Ну, как были стеклянные. Оно случилось. А так, что так тепло, как будто подогрев. Завозёкались. Что бы вы хотели увидеть в следующем году во Франции? Ой, в следующем году? Не знаю. Попадем ли мы сюда? В следующем году нас. Сереж, а что ты бы хотел увидеть в следующем году? У меня две стандартные. Я бы устриц и шампанского. Кость, а вы? Я бы, наверное, все-таки где-то там южное побережье. Игорь. Неожиданных встреч. Да? Ну вот, мне ближе Игоря ответ, ты знаешь. Только я не знаю, как это переформулировать, чтобы быть оригинальным. Но на самом деле я думаю то же самое. Не только встреч, но и каких-то явлений, вещей, событий. Понятно. Миша, а что бы тебе хотелось увидеть в следующем году во Франции? Не нас? Пока не готов сказать. Послушать потом, как вещи. Почёлканье. Вот объектив, оно смело. И сразу же бежаешь. Вот такой клюкво запивать. Все, все изъяли. Такое ощущение, что я втянулась. Опасная вещь. Нелегкое дело. Дорогостоящее.